Hey, всем привет, друзья, это канал Outcast Game. Сегодня у нас воскресенье, в прямом смысле этого слова. И посмотрелочка на посмотрелочку на игру. Freestyle Boarding 99-го года выпуска, естественно. От разработчика Pony Canyon, издатель Капком с Арсом в жанре спорт-сноуборд. Спорт-сноуборд, класс. Фристайл мод, VS мод, конфиг мод, чемпионшип мод, тайм комплишн мод, фристайл мод и VS мод. Короче, все вот это чемпионшип мод, погнали. Почему нету ни заставки, никакой ни звука, ни музыки, ничего? А, вот это оно, да? А. The purpose of the game is for six snowboarders to compete on a total of 10 different courses. Without nailing air tricks, the highlight of snowboarding, victory is impossible. Max up your skills to the limit and use all of your abilities to win. When you've conquered this challenge, you'll become a true master snowboarder. Понятно! А я не играл случайно в это? Не, вроде не играл, не помню. В сноуборд мы там играли, но не такая. Так, хорошо, total rank 6, 0, 10, 1, x, тысяч, чего? Так, скорость. Крисер. Регулярный стиль у него. Так, техника. Скорость, повороты. Надо поворотного какого-то чувака брать. Вот этот самый стабильный. Это чувиха, да? Бэйби-фейс. Ну да, точно. Ой, вот это вот, смотри, так и скорости у него мало. Total Point 120 PTS. А, в смысле? А, можно его улучшить, типа? Рекавери, ну это херня. Так, а ну-ка, стоп, кто еще тут, блин, макс спид? А кто по управлению такой самый более-менее крутой? Чё за херня, техник? Бляха. Давай возьмем вот этого, короче. А как 120 ПТС, как добавить-то? Так, ёлки-палки. Комбинирует даунхилл 5 минут. Чего? А чё так много? 6 заездов, что ли, или чё? Real Trick за... Блин, ещё и трюки нужно крутить, ты представляешь? Хорошо. А как крутить? Как ехать вообще, в принципе? Go! А как ехать? Оу, ты чё делаешь? А как ехать-то? Так, это тормоза, сука. Тайм-лимит. А как этот трюки крутить? Да хватит тормозить-то, чувак. Ой, что-то сделал. Что-то сделал, но еду последний. Так, хорошо, сейчас что-то разберемся. На квадратик что-то какие-то трюки крутить. Как поворачивать резче, блядь? Ты едешь, нет? Ни хрена там натанцевал. Действительно, дэнсинг. А где, чуваки, что так далеко-то? Слышите, они что-то уехали прям конкретно. Я ничего не падают, ничего нигде, да? А как повернуть-то резче? Шифты нижние не работают. Ой! Блять. Не понял сейчас. На нолик. О-о-о! Да тут нереально выиграть, вы чё? Чё ты упал-то? Тут нереально выиграть, тут не то что трюки там крутить, их не догонишь. А чё не дали ничего? А, именно нужно крутить там, где трюки. Это нереально выиграть, вы чё? Тут даже просто не доедешь до финиша, если ты будешь просто ехать. Не успеешь, ничего нихера не успеешь. Нихера ты тут не успеешь выиграть даже первым. А как 120 PTS добавить? 2 PTS, get 2 PTS. Select option. А, вот, можно вот его увеличить. Так, cornering давай добавим. А чё только 2 PTS это, А можно отсюда убрать? Я заработал только 2 PTS, ты представляешь? Я думал, это 120 у меня это, ну ладно. Так, старт стейдж, хорошо. Что-то какая-то сложная штука. Тайм триал. Дуал слалом. Блин, слалом. Ну ладно. А, это можно скипнуть. Ну давай попробуем. Go! Как ехать быстрее-то?
Ой. А как его объезжать-то? Я не пойму, вот с этой стороны нужно объезжать. Я что-то неправильно делаю, да, походу? Я не пойму просто, с какой стороны его объезжать. А, с мелкой стороны нужно. Окей, понял. С мелкой стороны нужно было объезжать. А я-то откуда знал, откуда? Так, что у меня первая позиция? Я мне-то по времени не взял, я ни хрена. Я-то по времени ни хрена не взял. Два ПТС. Давай корнеринг будем добавлять ему. Старт стейдж. А, так, стейдж 3. Блин, опять ездялка. А чё, я сам? По трюкам? Пошли. Ладно. Я просто не пойму, чё он медленно так поворачивает. Ай-яй-яй. Ты будешь ехать сегодня, нет? Чувак. Вот я сейчас их зажал, и чё мне делать? Да езжай ты! Ну чё он не едет-то сейчас? Вот что мне нажать? Какую кнопку, блядь? Квадратик. Что это было, блядь? А, ядрин... Ну едь давай, что ты? Какой ты дебил. А как сальтуху, например, скрутить? Ну не поворачивает резче просто. 145 поинтов на первом прыжке, ага. Да едь давай! Что-то здесь какое-то управление ебанутое немножко. Ну как, немножко. Не немножко, а совсем. Че ты не поворачиваешь-то, дурень? И он сразу же трюк крутит, да? Нет, это просто прыжок. Нолик, треугольник, просто прыжок. Хорошо, как поворачивать-то резче? Никак? Окей. Он вообще не поворачивает, просто не поворачивает. А где прыжки-то? А чё я просто еду-то? Вот тут как сейчас повернуть? Он же, смотри, вот тут он должен был резче повернуть, потому что здесь уклон-то под 45 градусов идет. И у тебя в любом случае, когда ты вот так заезжаешь на такой съезд, у тебя должно быть резче управление. Но нет, здесь так не работает. А как здесь нормально заработать ПТС-ок-то? Вообще, есть варианты? Почему здесь не дают? Ты сальтуху решил скрутить, когда не нужно? Ну, спасибо. Молодец. Где тут трюки-то? Ой! Не туда. Почему я упал? Я отпустил нормально кнопку. Да, есть какая-то минимальная прокачка здесь, конечно, но это не спасает ситуацию вообще ни разу. Потому что если бы здесь надо было, типа, заработать кучу очков на трюках, то можно было бы трюки крутить где угодно, а не на определенных только точках. Какая-то херня, оказывается. И поворачивать резче нельзя, почему? Не, это не сноуборд, это херовый сноуборд, если честно. 180 сделал. Вау, круто, блядь. Смысла тут что-то делать вообще нету. Далеко там еще, Хреначит-то. С вашими такими гребаными поворотами. Тут нужно, как на гонках, короче, вот видишь. Я вписался нормально. То есть нужно по меньшему кругу заходить. Это не сноуборд. В сноуборде так не работает, как в гонках. Но тут, оказывается, так нужно. Блять, протупил. Я же забыл, что здесь не зажимаешь кнопку, а надо нажимать во время прыжка. И все. Ну это, короче, трешак, конечно, да. Трешак, трешак. Трешачевый сноуборд. Еще два потика. То есть, если я взял и распределил, я их уже оттуда достать не могу, да? Окей. Так, что? Опять против чуваков. Блин, это та же трасса, да?
Как драться-то? Или никак? Воу, все легли, блядь. Все легли, просто нахер все легли от одного чувака. Так, ну я так понимаю, нужно просто тупо ехать и все. Но ты их не догонишь никак, получается, потому что скорость-то у всех одинаковая. И ты никак, вот как их догнать-то? Есть варианты. Чувак навернулся, блядь. Тут лучше их не трогать, потому что можно упасть самому. Ну тут, короче, выигрывает тот, кто у кого максимальная скорость на вот этих вот вещах. Потому что ты его хер догонишь. Реально. Сейчас я придрачусь немного. А ничего направо-то? Там вроде не так было. Ни хера себе, чувак, ты мощный. А я так-то ничего не... Ничего, что я тоже еду, как бы. Или у тебя макс скорость максимальная, да? Нифига валит, смотри, пидорбо. Сука, 4 секунды проиграл, то есть проиграл еще 2 секунды. А как быстрее ехать? Никак. А как быстрее? Быстрее никак не поеду, блин, извиняйте, пацаны. Как игра дает, так и еду, блядь. Это нереально, я же говорю. Тут выигрывает тот, у кого максимальная... Блядь, почему туда? У кого максимальная скорость. Ну и что мне делать теперь, блядь? Куда тебя пиздует, чувак? Ты видишь, куда тебе, блядь, надо? Вот и едь туда, куда тебе, блядь, надо, а не ты херней страдаешь. Не-не-не, по заезду здесь тупо надо брать. Ну так, а как ты возьмешь оптимального чувака, если у тебя получается разные дисциплины каждый раз? То есть ты на это... Тут ты возьмешь, например, тот, который едет быстрее, да? 23 секунды, пипец. То есть, кто быстрее едет, потом тебе нужно на трюки какого-то взять, чтобы тоже трюки нормально крутил, а не по скорости был. То есть, тут никак. Да я вообще-то это пустил, если что. Ну так, чисто для справки. Здесь нету оптимального чувака, потому что дисциплины каждый раз разные. Если бы было только, например, гонки, да? Если бы, например, были только гонки, то можно было бы, да, в любом случае, берешь чувака, который только тупо на скорости у него, и все. И он просто будет выигрывать. А так, ты не возьмешь оптимального, потому что нам нужно трюки, блин, какие-то слаломы делать. 3 ПТСа. И долго тут можно? Можно в... Воу, ща будет, короче, трюки. Но это плохо, потому что я не знаю, как сальтуху делать. А что ты делаешь? Нифига ты крутой. А, тут надо как можно дальше, типа, допрыгнуть или чего? И как это сделать? А я не понял, а чё он не крутил тогда? Я нажимал кнопки. Он не крутил трюки. Get set, go! Странно. Странно все это. Очень странно. Очень странная игрушка. Вообще прям максимально странная. Рекавери это, я так понимаю, когда падаешь, типа, да? А, так тут есть максималка еще. Давай как-то так, я хер его знает. Потому что что там следующее? Вот опять ехать, да? Тайм-триал на время? Ну, блин. А мы уже ездили такую карту. Вон, смотри, как чувак поехал быстро. Давай езжай, блядь. Заебёшь ты. Да езжай ты, сука, хватит эти стены целовать-то, притырок. Ах.
Да? Ну окей. За трюки ничего не дали. Типа сказали, чувак, и нахер. Ты там ничего не крутил, мы ничего не видели. Спасибо! Спасибо! Просто спасибо! Я чуваку в задницу въехал, и он даже не заметил этого! А я заметил, оказывается. А я заметил! А почему бы, собственно, и нет? То есть он нихера вообще не заметил. То, что я ему въехал в задницу. То есть, ну нормально, да. Реалистично, правдоподобно, почему бы и нет. Очень даже правдоподобно. Как обычно. Смотри, я еду вроде ничего нигде не это, но все равно я у него не догоняю никак. Он едет идеально просто. Да заткнись ты там! А, тут трюки не надо крутить, это я понял. А чё тебя выкидывает-то? Почему этих не выкидывает, а меня выкидывает на больший круг? Смотри, вообще похрен, да? Я же еду вроде, ну как бы, тоже так же. Хватит летать, птичка. Странная игрушка, реально максимально странная. Ни сложности никакой нету. Управление вообще хреновое, чуваки, блядь, читерские. Ну, прикольно. Нахер эти трюки сейчас? Их не догонишь, реально не догонишь, никак. Да не, нереально здесь вообще выиграть. Вообще нереально выиграть. Отвечаю, нереально. Просто не Unreal это, не Unreal. Больше, чем четвертое место ты здесь не возьмешь. Так, опять то же самое, да? Ага, та же трасса, в смысле? Почему они стартуют быстрее? Да, варианты, пацаны, почему я падаю? Нифига, чувак жирный он какой. Да, блядь, идите нахуй, пацаны. Он меня бьет сзади, опять же таки, сзади ударил. Он не упал, я почему-то упал. Чё за приколы, блядь? Почему дискриминация? Почему дискриминация? Почему, блядь, дискриминация всегда игрока? Я не понимаю, в играх вы ебануты. Блядь, разработчики, сука, почему вы такие долбоебы, блядь? Вот мне всегда было интересно, почему разработчики такие долбоебы? Когда разрабатывают любую абсолютно игру. Они игрока просто попускают, блядь, по-жесткому. И ты еще хочешь, что и делай, называется. Пипец просто. Мало того, что они едут без ошибок, вот эти первые ребята. Они не падают, они четко входят в повороты, и еще у них скорость максимальная. И еще они могут меня сбить, когда я их сбиваю, блядь. То есть я должен их сбивать, а не они меня. Это все очень глупо и тупо. И вот эта прокачка, я не знаю, она вообще что-то дает. Я, например, не замечаю разницы вообще абсолютно в этой прокачке. Вот что? Почему я упал? А почему я упал? Почему я упал? Я сейчас только что чуваку в задницу въехал. Я упал. Чувак мне в задницу въехал. Я упал! Сука! Чё за... Почему? Это самый худший сноуборд, который я играл. Пока что. Самая худшая игра по сноуборд. Просто отвратительная максимально. Пипец. О, ужас. Ой, кошмар. Да. Положительного тут нихера не скажешь. Вообще нихера, абсолютно. Это трэш полнейший. Я не ту слоу, игра ту хуйня, блядь. Я вот как раз не ту слоу, чувак, блядь. Я еду нормально, игра просто хуйня у вас. И все, больше ничего.
Я тут вообще ни при чем. Да почему я, блядь? Да. Ну, как бы тут без вариантов. Да, такое дерьмище еще придумать надо. Я вижу, что разработчик не тестировал эту игру вообще абсолютно. Даже в нее не играл, я это уже заметил. Я это уже увидел, что они ее даже не запускали. Что надо делать? А чё ты упал, блядь? Ты вообще-то должен был, если с трубы вышел, то ты в трубу должен и войти. Сука, пидорас. Еще знаете, какой минус здесь, вот уже заметил? То, что ты, если 5 трюков сделал, хоть каких, оно тебе засчитало, и ты все уже. И ты уже по пизде пошло у тебя все, смотри. И все, смотри, 185-25 ПТС. Классная игрушка, охуенная игрушка. Рекомендую к прохождению рекомендую. Просто говнище кусок. Просто говно. Ох и говно. Блин, сука, сколько игр на PlayStation 1 было дерьмовых, оказывается. А я их всех пропустил. И они все дерьмовые, реально дерьмовые. Хули ты ваукаешь, блядь. Пиздец. Вот это говнище. Куда ехать, мелкий? Не вижу. Тут, может, как-то камера меняется, я не знаю, ничего не вижу. Ну и чё ты упал, блядь? Вот как войти вот в этот поворот? Объясните мне, блядь, пожалуйста. А? Как входить вот в такие повороты? Вот тут как? Нету кнопки, чтобы, блядь, резче повернуть. Нету, блядь, этой кнопки. Нету кнопки резкого поворота. Нету, блядь. Как? Как разработчик, блядь, играл в эту игру? Ты же играл по-любому. Сука, как ты, блядь, вот эти повороты проходил и не врезался? Долбоёб, блядь. Как? Нету кнопки резкого поворота. Нету, что он ложится и поворачивает нормально. Нету такой кнопки. Есть только кнопка, блядь, притормозить, что ли? Сука, хули кнопка притормозить действует, блядь, на кнопку поворота, ебать. Чё за прикол? Там же была кнопка тормозить только. Блядь, по что ты врезался-то? Блядь, ну и хуйня. Блядь, ну и хуйня. Это пиздец. Ай, бля. Я спустя 25 минут я понял, что есть кнопка, блядь, быстрого поворота. Оказывается, это тормоза нужно нажимать. Оказывается, это тормоза. Представляете, это тормоз. Чтобы, блядь, пиздец. Сука. Как же это глупо. Как же это тупо. Это максимально тупо. Все, я прошел. Don't worry about any mistakes so far. Go full on till the very end. You may still have a chance. Да. Тут шанс, конечно, у меня очень большущий. Прям. Чё ты чё, блядь? Прям тут ты что? Тут шансов просто миллиард. Просто проблема в том, что они меня сбивают хоть спереди, хоть сзади. Вот смотри. А я-то, блядь, сука, если так сделаю, я же тоже упаду. Ай, блин, ну как же это, сука. Иногда так хочется разработчику въебать. Ебало, просто пиздец. Просто хочется, реально, вот за вот такие игры. За вот такой отврат-разврат. Это Капком, блядь, какого хуя ты вообще его издал? Ты долбоёб?
Capcom издатель, вы представляете? То есть они взяли и издали вот это вот говно. То есть они вот на полном серьезе взяли и издали это говно. То есть они в него играли, оказывается, получается. Ну, чтобы издать, нужно посмотреть, что это, правильно? И они в него играли, оказывается. Ну, сука, они долбоебы тогда. Не сюда? Или куда? Хотя в то время, возможно, там просто люди сидели и издавали лишь бы что. Ну, в принципе, как вариант. Издавали лишь бы что издать просто, да и все, им какая разница, что им принесли продукт, сказали, а, да, нормально, что-то работает, работает, ну и похуй, будем выкладывать. И насрать, что там полностью игрушка кривая от начала до конца, просто кривущая, просто, да, блядь. Просто кривущая и без всякой логики вообще абсолютно. Ты че, не сыграй, блядь. Сука, как это прикольно вообще. Ни присядки нет никакой, чтобы присесть и сильнее, быстрее ехать. Вообще ничего нету. Да, максимально тупо. Заткнись, долбоёб. Я бы посмотрел, как бы ты был бы не слоу, блядь, если бы ты в это говно поиграл бы. И чё я упал? Я ничего не нажимал, блядь. И вот посмотрел же на этих двух долбоёбов, короче, которые поехали направо. Думаю, блядь, там поворот направо. И нихуя там не направо, там надо было налево. Потому что они два дебила. И они-то нормально поехали. Смотри, я упал вместе с ними. Но где они? Мы их видим? Мы их видим? Мы их нихуя не видим. Да. Ох и говно, блин. Да. Есть, я прошел игру. Спасибо. Спасибо за говно, Supervision, Хаято Маруяма, блять, Масао Висава. А, так это китайцы? Ну, понятно. Да, к натуре. Там, походу, никто вообще не тестировал, так в то время вообще никакие игры. Сузуки, да? Масахару Сузуки. Вот лучше бы ты Сузуки свои создавал, да, эти мотоциклы, и не лез бы, блядь, в игровую индустрию, блядь. Кущи ногами. Ногами, а может быть и руками. Нужно было, блядь, руками делать, сука, а не ногами. Да. Конечно, да, в принципе, если ногами сделать игру, то она такая и будет. Капком, блядь. Суппорт Капком, блин. Да. Сказали, нате, чуваки, вам вот такая штука, высер, а вы высрите ее в мир. И они высрали. Они реально высрали ее. Это реально высер, просто высер. Это ненормальная, ну, блядь, на сноуборд это, ну, блядь. Сука, когда ты играешь в сноуборд, ты думаешь, ты там трюки будешь классные делать, ты там то-то, там это, ты там чё, бля. И тут такая херня приходит, и такой... Ну да, сноуборд. И чё? Вот сейчас что? Что мне, блядь, делать нахуй? Все, титры закончились, и до свидания, вот это, да, что мне, блядь, рестарт нажимать или чё? Вы дебилы! Никакие кнопки не работают, если чё. А, сработали, спасибо. Что-то я нажал, короче. То есть, получается, его вкачать нельзя на максимум, да? А, get 21 points, то есть я могу его взять, он уже вкачан, типа, да, и дальше проходить.
Ну, блядь, конечно, это не очень-то интересная затея. Херня это все. Короче, ладно, ребятки, давайте на этом закончим. Вот это такое говно под названием Freestylesboarding 99. Это просто трешатинный кусок, большущий. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь со страницы ВКонтакте на паблик. Комментируйте. И всем до встречи в следующее воскресенье. В следующей посмотрелочке. Надеюсь, нам, блин, более нормальную игру. Все, всем пока.